Так, 28 сентября 2024 год. Прежде всего, сестричка, с днем рождения. Ну и уж поскольку поздравляю сестричку, сразу скажу, что, ребята, по политике, конечно, переубывание Трампа в воздухе, оно дорогого стоит. То есть, если позавчера Трамп говорил, что Украины нет, все там миллионы людей погибли, тысячелетние города разрушены и не будут восстановлены. Зеленского называл торгашом. И одним из лучших торгашей, который приезжает в Америку, забирает 60 миллиардов, уезжает. И что у нас? Они будут встречаться с Зеленским. И через сутки что все меняется как? На диаметрально противоположно. Украина страна великолепная. Хочу в Украину съездить. И природа, и погода, и все отлично. И Зеленский отличный парень. И меня не сдал, когда просили его там что-то на импичмент на меня накатывали. Это говорит о чем, ребятки? Это даже, блин, я не знаю, это не переобуться в воздухе, это какой-то акробат, это даже не акробат, это акробэтмен, блин, нафиг, а не Трамп. Так вот, что я хотел сказать. То есть вы понимаете, что просто так такие вещи не происходят. То есть какие-то есть совершенно серьезные события или обстоятельства, которые вынуждают человека так, ну, публично. Это же, ну, это публично происходит, это, ну, наиболее такие люди, которые привлекают мнение, привлекают внимание, бля, мирового сообщества, людей в мире, я уже не говорю про американцев. Раз он так поступает, это говорит, что у Украины дела очень даже неплохо. И даже Трамп понимает, что надо нравиться украинцам, чтобы понравиться своему электорату, тем людям, которые за него будут голосовать. Так что это значимо, это правда значимо. Я этому больше радуюсь, чем тому, что там дали там сколько, 8 миллиардов дает там сейчас Байден этот остаток. За 4 месяца сказал потратить. Там 4 потратили за год, теперь за пару месяцев, за тройку месяцев надо потратить на вооружение, передать Украине там 6-8 миллиардов, не помню. Ну, значимое количество. Ну, в общем, вот это переобувание Трампа меня радует куда больше, чем что-либо иное. Трамп никогда не был за Украину, он и сейчас не за Украину, но он вынужден вести себя так, как будто он за Украину. И это о многом говорит. Все буду Украины, не переймайтесь.